Всем привет! Сегодня готовлю вкусные, ароматные, пикантные вяленые помидоры. 2 килограмма помидорок сорта сливка промываем, просушиваем, разрезаем пополам, удаляем плодоножку. Затем при помощи чайной ложки удаляем мякоть и семена. Затем раскладываем помидоры на поддоны для сушки овощей и фруктов. Солим и посыпаем специями итальянские травы. Укладываем поддоны один на другой, накрываем крышкой, устанавливаем на корпус, включаем программу сушка на 70 градусов от 7 до 10 часов. В зависимости от размера, некоторые половинки будут готовиться меньше или дольше по времени. После 7 часов сушки начинаем проверять, надавливая пальцами на мякоть. Она должна быть мягкой, но при этом палец должен оставаться сухим. Готовые помидоры снимаем с сушки. Из 2 кг помидоров сорта сливка у меня получилось 265 грамм готового продукта. Когда все помидоры готовы, даем им остыть. Тонко нарезаем несколько зубчиков чеснока. Если любите остринку, можно добавить несколько долек острого красного перца. Приготовим масло. Смешиваем 150 мл растительного рафинированного масла с 3 столовыми ложками оливкового. Наливаем несколько столовых ложек масла в простерилизованную баночку объемом 430 мл. Закладываем помидоры шкуркой вниз. Добавляем несколько слайсов чеснока. Чередуем слои помидоры, чеснок, масло. Периодически добавляем красный острый перец. Помидоры укладываем плотно. Завершающий слой заливаем маслом, чтобы покрывало помидоры. Закручиваем простерилизованной крышкой, храним в холодильнике. Такие помидоры можно использовать в качестве самостоятельной закуски с сыром, добавлять в салаты, пиццу или пасту. А вам я желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.